Алексей Дмитренко выстрелил креативом в бесконечное виртуальное пространство. Его проект стал лучшим в сети интернет. Авторский конкурс «Таинственный покупатель» Алексей вместе с коллегами запустил в августе прошлого года на своем интернет-портале. Призвали наших жителей Самары, блогеров, журналистов, людей, которые каждый день совершают покупки, которые ходят по соляриям, посещают автоцентры, которые, не знаю, пользуются ежедневными вещами, которые мы с вами привыкли делать. Писать материалы, писать рассказы именно о том, что интересного они услышали, увидели или получили какой собственный опыт именно в процессе получения услуги или покупки, приобретения того или иного товара. За 5 лет в «Серебряном лучнике» приняли участие более 3000 человек и свыше 200 проектов. В этом году заявки подали порядка 40 конкурсантов, но попасть в цель удалось лишь четверти из них. Вручать фигурку лучника в Самаре не имеют права. Это прерогатива Москвы. Поэтому победители в качестве памятного приза получили цветущий кактус. Очень жесткий, колючий, ершистый цветочек, да, и не часто он цветет. И вот эта метафора того, нам хотелось бы, чтобы вот те люди, которые будут реализовывать проект в 2015 году, они взяли что-то неказистое, из этого неказистого, обычного, привычного, может быть, иногда колючего, вырастили какой-то интересный, яркий, социально важный проект для нашего региона. Победители регионального этапа «Серебряного лучника» получат право презентовать свой проект в Москве и стать претендентами на национальную премию. Алина Чемерис, Павел Пресняков, «События».